Во сколько горожанам обойдется жизнь в 2017 году? Комитет по тарифам правительства Петербурга раскрыл свои планы на ближайшее будущее. Первая главная новость. Правительство утвердило стоимость проезда на общественном транспорте. С 1 января она составит 45 рублей на метро и 40 на наземных видах. По словам чиновников, раньше разовый проезд субсидировался из горбюджета, а сейчас его решили привести к реальной себестоимости. Жетонами в городе пользуются 25% пассажиров. В основном, по мнению чиновников, гости города. С их помощью и планируют пополнить казну. ГУПом запланировано в рамках доходов, получаемых от перевозки пассажиров и от субсидии за счет средств бюджета, соответственно, закупка и новых вагонов, и новых порядка 240 автобусов, 104 троллейбуса и 21 трамвай. Что касается коммерческих маршрутов, то цены оставят на уровне 2016 года. Также поступят и с автопарковками. Платить за час стоянки людям предстоит прежние 60 рублей. Комитет по тарифам уже установил цену и на паркинги, которые пока еще не построили. Сейчас они существуют лишь на карте, но известно, что плата будет начинаться от 45 рублей. И уже точно известно, квартплата тоже подорожает. С 1 июля 2017 цена на жилищно-коммунальные услуги вырастет в среднем на 67 рублей.